Ну вот этого тигра я уже забирать не буду, к сожалению. К сожалению. Слишком он большой. Ну что, пусть здесь живет. Я не знаю вообще, почему так люди поступают. Злой, правда, недобрый. Может, его хоть на видное место поселить? Может быть, его все-таки не заберут детишки? В смысле, эти самые мусорщики. Я его пойду, наверное, на скамейку посажу, что ли. Пусть он на скамейке хотя бы сидит. Жалко мне его на мусорке. Вот. Может быть, найдутся добрые люди, которые его возьмут. Ну, будет охранять их, в конце концов. А я, к сожалению, уже не могу всех собирать. Ладно, тигр, ты меня извини. Ты кому-то хорошо, наверное, служил, с кем-то дружил. Ну вот такие вот у нас люди, которые твари хуже зверей. Ладно, будь здоров, все. Прости меня, что я тебя не могу взять. Но я тебя зато вот на скамеечку посадил, ты можешь здесь долго сидеть. Все, пока.